не допрос с целью, там, кого-то вчера еще убили, а что убили? Нет, это просто... Это как раз там же вначале не случайно упоминается театр. Нет. Это человек, ну, типа, как бы... И пьеса, поздравляю, это пьеса не вербатим. Это, в общем, я просто пародия на самом деле вербатим. А расскажите, пожалуйста, как вы подходили к этому комплекту персонажей, которые в итоге задавали вопрос? То есть, был ли какой-то подход к этому, было ли количество, или, может быть, вы подумали, нужен один наркоман, один, две бабушки, была ли какое-то направление? Один наркоман и две бабушки. Хорошее название. Преступление-наказание. Преступление-наказание. Один наркоман, две бабушки. Ну, знаете, я примерно такие... Вот, у меня было две задачи противоположные. С одной стороны, мне было интересно, чтобы был такой спектр разных людей. И разных, и социальных, и эмоционально разных. А с другой стороны, мне не хотелось это превращать, знаете, в социологический срез. Чтобы обязательно был чтобы не было каждый человек попали. Как-то так, чтобы это было и случайно, но и немножко расширено. А третья задача была не затянуть это все, потому что если еще, например, полтора раза увеличить вот эти костерепли, будет уже неинтересно ни писать, ни вам. У меня не было задачи представить срез общества. Это, конечно, это никакой не срез общества. Просто набор случайных людей, которые надо встретиться. Там, правда, есть один человек, который трудно встретиться. А остальные все таксисты. Таксисты, два человека, значит, таксисты тоже трудно.